готовился, мы это долго в Таиланде тренировался на сборах. А на второй этап в Махачкале, в Дагестане тоже потренировался. Соперник бразилец, так все ярко выраженный джитсер, черный пояс в бразильском джиу-джитсу. У них там на шибуке и 3 боя с нокаутом вырвал, у меня там 8 боев совмещено. Так себе хороший боец тоже. У себя там в организации, по-моему, не ошибаюсь, что-то Бразилии у меня пояс есть. Моя подготовка прошла в Бразилии в Нагоре Тим. Я готовился во всех аспектах. Подтягивал партер, делал много грэплинга, но и про стойку не забывал. Конечно, потому что у меня у себя родина, вот, как говорится, сына у себя помогает. Их мотивация меня мотивировать, потому что она за меня переживает постоянно, вот, болит за меня. Будем стараться. Мой оппонент Арман Аспанов хороший ударник, поэтому нужно быть готовым к ударам руками и ногами, ведь бой начинается в стойке. Он будет биться перед своими болельщиками, это дополнительный стимул для него, ну и для меня, ведь что может быть лучше победы над любимцем публики? Proud to present the main event of the evening. 3 5-minute rounds of MMA for the ACB Featherweight Contest. Представляю вам судейский корпус. Introducing your officials in association with British Athletic Commission. Главный судья, main judge, Ахмед Байсултанов. Судьи у клетки. At cage size, your judges scoring this main event. Мария Махмутова, Магомед Магомедов, Роман Шолобов и Виктор Корнеев. Все из России, all from Russia. И со звуком сирены ваш рефери в октагоне. And round the siren sounds, your referee in charge from the United States of America, Herb Dean. Итак, дамы и господа на трибунах, миллионы фанатов смешанных боев во всем мире. В прямом эфире с Алматы-арена, Казахстан, главный бой вечера ACB! Ladies and gentlemen, and attendants, and the millions of MMA fans around the world, live from Алматы-арена of Kazakhstan, the main part of the evening from ACB! Представляю вам соперника. И первый бойца в синем углу. Introducing first, fighting out of the blue corner. Бойцу 31 год. Рост 175 сантиметров, вес 65,8 килограмма. He is 51 years old. He stands 175 centimeters tall. Official weight 65.8 kilograms. Его профессиональный рекорд состоит из 17 боев, 12 побед, 5 поражений. His professional record consisting of 17 bouts, 12 victories against 5 defeats. Дамы и господа, ladies and gentlemen, representing Brazil, introducing Thiago Mancinha Luiz Silva! И мы забрали красного в углу клетки. And his opponent across the cage, firing out of the red corner. Бойцу 27 лет. Рост 178 сантиметров, вес 65,8 килограмма. He's 27 years old. He stands 178 centimeters tall. Official weight 65.8 kilos. Его профессиональный рекорд не знает поражений. 8 боев, 8 побед. His professional undefeated record 8 pounds, 8 victories. Дамы и господа, из Казахстана, не знающий поражений, the undefeated. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're gonna keep it clean. Touch gloves and let's do this.
главное событие Армана Спана. Тиаго Силва. Интересный поединок. Очень-очень заряжен Арман. Большого бы бойца. Видно, что заряжен. Да, Тиаго Луи Силва прямо рвется в бой. Тиаго Луи Силва рвется в бой, но он уверен в себе. Он очень опытен, он прошел школу жизни в Бразилии. Да, Армана Спанов тоже правильно делает, то есть он постоянно закручивается за соперника. Ой, хорошо сейчас Тиаго Спанов на встречу бразильцы. Какие скорости, друзья. Да, перехватил инициативу Армана Спанов. Без разведки причем. Ох, жесткое колено от Армана. Да, и вот уже захват где-то Тиаго Луиса Силу. Хочет он Спартак. Тиаго Луиса Силу. Да, забирает спину и сейчас может попробовать побить коленями для начала, а потом уже провести, соответственно, тейкдаун. Да он не в то колено бьет. Нет, бразилец на самом деле правильно работает, да, все он делает верно. Да и тут же контрприем идет от Армана Аспанова. Арман находится в гарде и наносит мощнейшие удары с обеих рук. О, вот это серия! Да, от Армана Аспанова. Причем удары периодически доходят до цели, наносят мощнейший урон. Да, закрывает голову Тиаго Луи Силва, и нужно менять это положение. Первый раунд. Бойцы сухие. Бойцы полные сил. Спанов не даст подняться сил. Ну, не по крайней мере, не проявляет джентльменских поведений. Имеет право полный. Абсолютно. Да, конечно, если он в этом положении хорошо, качественно работает, соответственно, надо в нем продолжать работать. Но Аспанов ждет момента, чтобы взорваться. Но сейчас нужно улучшить, выпрямить спину и взорваться. Да, я чувствую, что это уже до удара, и снова они доходят до цели. И снова в таком тяжелом положении находится Луис, но тут же делает на рычаг локтем, закидывает ноги, выходит. То есть пытается сделать рычаг локтем, да, но Арман Аспанов выходит из этого положения. Продолжает атаковать. Да, они уже поменялись местами. Бойцы Тиаго Луи Силва уже находятся сверху. Аспанову нужно вставать однозначно, потому что время не продлится много. Две с лишним минуты. Арман, он такой, да, действительно, больше ударник. Но показывали поединки с ним участием. Да, тем временем Тиаго Луи Силва занял положение маунта. Да, и пытается вырвать руки, опять же, на рычаг локти. То есть готовит это движение. И вот рычаг локти в исполнении Тиаго Луи Силвы. А времени еще очень много. Арманов Спанов находится в таком неприятном положении. Да, но забирает он руку, спасается из его приема. Да, Тиаго Луи Силва все-таки в доминирующем положении сейчас находится. Да, он может сейчас поразбивать, но понесет удары и уже с этого положения снова выйти на рычаг локтя. Что он, собственно, и делает сейчас. Очень тяжело Арманов. Да, закидывает ноги Армана Спанов, пытаясь убрать, соответственно, оппонента своего с положения маунта. Очень динамичный поединок, мы сами наблюдаем. Да, и вот уже там была попытка болезни от Армана. Нужно Арману вставать, однозначно нужно вставать. Да, что он делает. Да, и вот уже на спине находится, да. Не полезет. Я говорю, сила. Не полезет. Миллион плюс 8 побед 6 нокаутом, не техническим нокаутом. Ему туда не надо, он не хочет. Все правильно. Он позволяет подняться Тиаго Луи Силве. Ты с такой, я бы сказал, неохотой подниматься. Прекрасно понимаешь, кто его ждет. Да, остается меньше минуты, и Армана Спанов опять наносит удары. Да, и тут же пропускает. Бразилец, да, отлично, отличный бой, очень достойный главного события, бой огонь. Да, с колена тоже попадает Армана Спанов. Вот проходит в одну ногу, пытается сделать Тиаго Луи Силва. Как перехватился, он забрал спину и тут же упал на спину, затянув в гард Армана Аспанова. Там мы видели, да, из гарда Арман может взрываться, может наносить удары. Хотя, видимо, да, подустал он немножко и экономит силы. Не, ну а почему нет? Да, в смысле, как бы взрываться в самом конце раунда. Не факт, что ты сможешь добить бразильца, а силу потеряешь. Да, остается 5 секунд, я думаю, что это положение бойцы сохранят до окончания данного раунда.
Будем с вами очень надеяться, что бойцы восстановятся за эту минуту и да, и покажут нам такой же динамичный и потрясающий раунд, как и первый. Совершенно, абсолютно с вами согласен, Александр. Не добавит, не убавит ваши слова. Ваше внимание, дорогие друзья, самый главный. Первый битинг. Ждем второй раунд. Второй раунд главного события сегодняшней программы, сегодняшнего шоу. Да, имейте также с нетерпением, как и вы, мы ждем начала уже этого раунда. Арман Аспанов, представитель Казахстана, у себя дома в Алма-Аты, бьется против опытного и непростого бразильца Тьяго Силвы. Да, очень красивый поединок, технически он показывает оба бойца. Итак, вперед пошел Тьяго Луис Сильва. Нарвался на двоечку. Да, но тут же захватил спину. И вот получается провести бросок. Сайд-контрол, да, сразу выходит. Это хорошее положение, да, и локтем обрабатывает голову Армана Аспанова. Ну, Сильва не такой, так сказать, не заправский ударник. Да, но тем не менее, он, да, отличный борец и... Да, и удар опять же доходит до цели. То есть, скорее всего, он будет пытаться улучшать данное положение, либо мы видели, он неплохо делает рычаги локти. То есть, по сути, у него был очень неплохой шанс в первом раунде, когда он забрал руку Армана Аспанова. Положение север юбка. Да, пытается придушить. Немножко Тьяго усилия. Да, опять заходит он на сайд-контрол. Скорее всего, да, побьет немного и попытается занять маунт. Будет так вот варьировать взрывы, да. Атак руками, как это вот заходит в маунт. Да, прям запрыгивает. Ему нужно, что нужно делать Аспану? Сейчас это пока будет тяжело, потому как мы видим, вот ноги заправил бразилец под ноги Армана. Да, то есть если мастить, надо пытаться переворачивать в сторону. Да, сейчас, да, на треугольник руками заходит Тьяго Луис Сильва и пытается провести удушающий прием Армана Аспанова. Мы видим сдачу, сдача. Вот так вот, дорогие друзья. Да, очень так вот неуверенно немного постукал Арман, даже рефери сразу не сообразил, что происходит сдача. Шок в Казахстане, в Алма-Аты, местный герой Арман Аспанов. К сожалению, для себя и для всех его болельщиков терпит первое поражение в карьере рук, буквально в смысле слова, рук бразильского бойца Тьяго Силвы. Мы, опять же, мы с вами видели очень красивый поединок. Оба молодцы, и Арман, и Тьяго, оба достойны главного события и сенсация. Я думаю, что сейчас... Вот так вот апсет, настоящий апсет для поклонников Армана Аспанова. К сожалению, он проиграл. Но, дорогие друзья, без поражений не бывает, и победа в этом здесь. Очень поражение достойно. Арману нужно сделать правильный вывод. Мне бы хотелось сказать спасибо организаторам данных поединков за вот такие вот конкурентные подбор пар, да, которые позволяют нам видеть, что они не просто привозят бойцов там под своих, где-то, чтобы они выигрывали, а на самом деле идут
очень конкурентные поединки, и реально непонятно, кто победит в данном случае. Да, здесь были шансы у Армана, были шансы у бразильца. Но бразилец сделал все правильно. Забежал соперник и сам сделал в партнер. Удушающим приемом, ручной треугольник, Падова держал, and your winner by submission victory, Хэнд Ранджел Тьяго, Монсеньо Луис Сильва! Ну что ж, мы поздравляем Тьяго Луиса, его заберу Арману Аспанову. С очень такой достойной победой и огромнейшим ожиданием Арману Аспанову. Главное сейчас для Армана сделать... Дорогие господа, вот так завершен 69-й международный турнир. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем партнерство и правовую компанию «Алаш Прайд». Я, Кругас, 22. Организаторы не прощаются с вами. Они говорят вам до свидания и приглашают вас на свои будущие события. А с вами были Лига ACB.